Друзья, всем привет. Итак, продолжаем. Мы взяли новое задание. И задание у нас... Ага. Крепости. Найти маджахеда. И забрать его себе. Так, на чем поедем? Коняшка, машина. Ну, хотя здесь близко. Можно, конечно. Взяли винтовку новую. Посмотрим, как она будет стрелять. Вроде разброс, кучность поменьше мне. Урон побольше. Танк-то битый. По стелсу мы ничего делать не будем, сразу найдем кипиш, раскидаем всех, заберем маджахеда и свалим. Так, сейчас вспомним. Вот. Начинаем снайперить. А, мы еще пёда себе взяли, бинокль новый. Вот, он сканирует способности всех бойцов. Забрать себе его. Какой? Завалить. Что еще есть? Фултон взяли тоже. Можно вот эти все минометы, пулеметы себе на базу забирать. Короче, они немножко прокачались. Совсем немножко. Надо потом прокачаться хорошо. Ну, поближе подойдем. На этого чучка нас не заметит, надеюсь. Стоп, стоп. Машина приехала, что ли? Или едет? Надо присядь. То вырубимся, что рубаем. В очках не видит рук. Нормально. Ну ладно, сюда, и мы тебя забираем. Что, не хочешь? Противник, блин, не идет. Ковыляет, а не идет. Так, у нас здесь еще есть где-то. Не здесь. Не здесь. О. Как-то можно подзывать здесь. Стоп, стоп, стоп. Назад. Ага. Напарника нету. Да, не проверяй. Только не буди его. Да перелазь. Думать, стрелять, не стрелять. О, вроде. Все, теперь. Берем наш новую пушку. Вот это вот. Я здесь ее не совсем видно в темноте. Так, маджахед, видите, зашкерили тут. Где кто? Наверху что? Ну как, не понес, вырвусь. Не можем. И упасть можем. О, тут он. Башка волчат. Стоп, стоп, стоп. Да он сейчас. В окошко лось. Вончики. Никого. Назад, назад. Там бомбят, блин, наверху сидят. Ну, стой. Ну, да, лупит она. Хотя, патронов мало. Все, готово. Сзади кто-то. Перезарядись. Сейчас мы тут встретим.
стоит. Давайте на второй раз зайдем. Тихо, тихо. Где они туда шкили? Сидели там. Поди только. Это не он? А, вот он. Как там тебя быстро нашли, даже неинтересно. Так, ну чё, спустим тебя и выходим. Есть что-нибудь ещё? Где-то там они там что-то говорят внизу. Так, прожектор. На улице, на улице. И отправляем его на базу. Смотрим, что дальше там делать. Я прокину, увидимся на базе. Расскажу, что интересно. Кто тут на воде? Такая винтовочка. Догоняем. Немножко матрицы. Здесь без матрицы. О, радист. Чё, живу, что ли? Пулемет хочу приобрести, но пока не дают. А 100 патронов, 150. То, что надо. А мне где 50 патронов. Чувствую, чего стреляет? Зенитка, что с пулемета? Как я пострелю? За колесо-то. Пулеметы. Хотя я там брал еще одну винтовку с прицелом, почему-то я не смог ее оставить. Гранаты. Надо гранату. Вот, да, третий этаж есть. Даже четвертый этаж. Буря поднимается. Вот я залил эту машину. Добавим спецэффекты. Так, ну, поднимайтесь. И смелые. Балкончик есть, маленький. Люблю, что такое красивое. Правда, нихера не видно. Это, наверное, помощь, что ли? О, алмазик. А, нет. Кассетка. Забираем все добро. Давайте, вам разбивается. Хотел проверить. Разбивается. И там стреляет. Ничего не поднимается, стрельбается, что ли? Какая позиция хорошая здесь. И отстреливаем. Так, мы там не убьемся, если прыгаем. Вроде нет. Ах, отдача-то есть. Что-то валяется дробовик, что ли? Коленом пробили. Второму пробили тоже. Давай, иди сюда, иди. Даже бежишь, что-то.
только за пулемет не надо. Все, что я патроны закончились. Жесть. Ладно, сейчас быстро вызовем. Босс припасов. Пока не на нас. У нас есть... Только такая. Где там подло? Высоко взял. А, какой же быть, блин. Поезжал. Готов. Ты что, обходить решил, что ли? Ты что попал? Ранен. Отлично. Так, что там? Кабина. Отлично. Патроны пришли. Гранату там кидать, но... Песиком стреляешь, что ли? Так, стоп, пока надо, ты что, бери. А если попасть в гранату, я не забился? Конечно. Оп-оп, тихо. Здесь надо нормально. А, потом что? Задержайся его с дробовиком, блин. Хоть шут. Вроде бы. Блин, маски просто улики. Все, есть-то еще живой. А чего здесь есть? Добро есть какое-нибудь? На алмаз. Вот мы-то алмазов-то насобирали, вот поэтому прокачались так. Нормально. Как нормально? Пока сойдет. Надо еще собрать. Нам базука нужна будет, чтобы две миссии выполнить. Остались две миссии. Нужна ракетница. Так, документы. Ну, маркетинга пока мне недоступна. Может, после этого задания нам дадут ее. Отлично, у нас агрегат. Там тоже бывает добро. Еще одна. Так, это кто у нас? Давайте заберем. Что у нас здесь валяться-то? Ладно, иди на базу, может пригодится. О, минометы можно забирать, футон. То, что надо, и пулемет сейчас найдем. Вот. На базе пригодился ли он-то? Ну, летим. Отлично. А машину можем забирать? Что-то разброс со мной есть. Ну, вон ту винтовки больше был. Что здесь что-то есть? Салют. Okay.
включить. Я думал, забрать можно, но оказывается нельзя. Лупового ТЗ проверить. Можно забрать ее. Нет. Вода. Ну. Сука. Тяжело это будет. Значит, надо прокачивать дальше фултун этот. Чтобы можно было технику брать. Орудие крупное. Ну, что у нас там по заданию? Еще один, что ли? А здесь тут-то, пост. Ну ладно. Почему метки нет? Странно. Ладно. Поставим сами. Ну погнали. Тачки нету. Конечно, мы сейчас зовем сейчас. Конечно, там прокачать. Пулемета на него навесит, там базуки. Так, впереди у нас будет блокпост. Посмотрим, какой он большой, маленький. Сейчас прорвемся. Это вот пост. Он маленький. Не будем шум отпускать. Попали, сука. На обратном пути еще. Если будет у нас обратный путь. Метров. А под низом, под коняшкой, салбо. Он не умеет. Так, и же что это у нас такое? Крупная, однако, база-то здесь. И пройти на нее непросто. Если по воде он там, либо через мост. Но мост охраняет. Пойдемте по воде, по речке. Если проверим, можно, не можем, то надо власть. Так, на свет не выходим. Конечно, надеюсь, не смоет. Так, Вот, без тебя пойдем. Значит, здесь еще не пленники есть, да? А если мы в казарму зашкеримся, она же не взорвется, если гранату будет кидать. И отстреливать с казармы всех. Конечно, не по скилу где-то, но если будет много, то придется так сделать. Привет. Ну какой хедшот-то, блядь. Хотел его забрать. Так, вот казарма. Хорош тебе носиться-то, блядь. Как бешеный. Спешим, ходим, собираемся. Что еще есть? Гости идут. Так, один идет. Analysis complete. Что-то у него было. Советский солдат. Навык.
Какой-то ни о чем. Блин, этого завалили как-то быстро. Плакатов нету. Чего нету здесь? Это мост. И что нам туда надо? Давайте по обочине пойдем. Так, здесь жахнуть можно потом. Если он здесь рядышком будет. Так, давайте туда. Пробежимся быстро. Тоже жахнуть можно. Прожектор. А, вон наверху есть. Давай быстрее, быстрее беги под скалу. Вау, это с дробовиком. Кто там еще сзади был? Ара у нас жахнул, бля, шли. На, дробаш-то сблизи, бля. Даже что-то не заметил, что он дробовик. Птичка. А, ты на ушку поднимать всего здесь так. Падай, падай. Падай, раненый. А, отлично. Так, и двоих заберем. Вроде неплохие такие бойцы. Так, сверху сверху, да? Ну что, повалим. Ну, с другой кого. Еще вот такие звуки, бля. Так, прожектор. Вырубить. Так, где ты? Ты что, сдох, что ли? И второй сдох. Так, подняться нужно. И навести там жар. Давайте поднимемся. Гранд Тукин, да? Давайте подождем. Жахнем же. Так, давай, давай, забери сюда. Не знаю, там, сколько их там. Здесь ничего нету. Так, ну, где? Надо, ты не поймал. Ты нас понял? Так, все, слышишь. Там что, зенитка, что ли? Граната. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, алмаз. Алмаз, алмаз. Хотя отстреливаются снайперки. Сейчас мы отдышимся. Снайперки тоже нам новые пока не дают. Что, все, гранату закинул прям, понимаешь? Бросил туда. Че, я бейсбол играл, что ли? Кидаешь ты клетка. Кто тут? Да. Мушки. Ах, ты сел вовремя, блядь. Подними свою головку. Покажи нам личиков его. Красавица. Где твоя подушка? Там бейсболист кидает гранату, там метку. Там бежит подушка твоя. Побежит. Он сел отдохнуть. Опять закинуть сейчас. Так, ты что там? О-о-о. БТР стоит, что ли? По-моему, БТР, короче. Да ты не виляй, стой на месте.
Раси Бутыра, а чем мы? На ум слышали. Это цифра. Да, целься. Целься. Граната. Жизнь. Лично он здесь. Вышка. Поднялся. Подай. Подай вниз. Не бойся. Все равно не будешь. Так, кто там у нас? Кто? Знаешь, блин, бутыр-то вот это, блядь. Я чисто угорнул, блядь. Я без ракетницы, без ничего, с одним гранатами. Посмотришь? Да-да, подавляющий мне нужен обязательно. Ух ты! Даже не заметил. Это тут, это птицы, блядь. Сука, вон тут. Блядь, я тут не трешу, блядь. Что это? Так, он бежит сюда. Рад, жесть. Ну, сука, кидает и без блистов. Вверх. Ну, братцы, откуда у вас там, сука, берется? Свет поднялся, да, поднял ручку. Блоку вверх. Скажи чис. Пошел ты сюда. Что? Перестань, подушку, подушку. Ужас, суки, блядь. Ужас. Смотри, как то. Да. Бывает и такое. Пришли на заражение. Ну, значит. Так, ну все. Теперь мы знаем, кто где там, что там. Так, безрадись. Enemy presence detected. Intel points to the target being somewhere inside. Так, тут где-то outpost. Security's rock solid. We could use some more intel before going in. Это по идее, если их завалю, то они больше здесь не появляются. Не должны тут. Тех бойцов меньше стало, значит. Они бегают там, суетятся. Оп, кто нас не видел? Тишина. Нет, из косы стоят. Так, там он. Так, это. Боец стоит. Сейчас его заберем. Тихо-тихо-тихо. Бутыр шумит стоит. Что? Допросить его, ладно, хер с тобой. Сигналишь? Красавец ты наш. Да. Поднялся? А пацаны? Увидимся наверху. Да нет, наверху. Залазь, блядь. И прыгай нахер вниз. Ты снайп, блядь.
Какой-то маленький там приступ, блин. Он подняться не может. Ни прыжков, ничего здесь нету. С этим, конечно, беда. По махам. На двоих уже меньше стало тут. Только с этим БТРом что делать? Может, он не помешает даже? Давай, беги. Так, там планешку есть. В той стороне, значит. На тулышку идет. И здесь двое стоят. Опять боюсь. Спокойной ночи. Да, долго. Заряжись. БТР стоит. Так, ну что, вас разбудят, не разбудят? На то бы забрать бы с палец. Пускай валяется. Начинаем веселиться. Копыта, зой 10! Атакуем с неизвестной позиции! Прием! Блин, как ты зашкирился там, блин. Понял. Будьте на чеку. Выкройте врага. Конец связи. Заходи, гостем будешь. Отдохни. Потом еще дружок, кто поднялся будет. Давай, поднимайся, заходи тут же. Ну, давай. Молодец, сколько послушался. Поднялся? Заходи, небось. Не очкуй. А ты же нас не видишь. А, мы тут. Куда он обделался, стоит на месте. Ну-ну. Блин, сломали мы челюсть. Кто еще смелый? Ты берешь. Упал, споткнулся.
где-то у нас они же лежат, сидят. О, еще один смычок. Давай, заходи. Это у вас двое, да? Есть еще здесь? Кто за бойка стрелял? О, бейсболистер. Кидал он тебе в ходу не было. Съезд, съезд, потерп. Так, ну, кто он здесь? БТР остался. И как нам с тобой справляться? Вот это он забил. Вроде в броне, нормальный такой. Там есть ляшки, нет никого. Так, тут здесь бегает еще. Откуда взялись? Да, не против патронов. Один на улице. Поднимается. Огонь, огонь! Да он тяжелый. Ты не хочешь? Ну, подкрепление бежит. Вон здесь базука не валяется. Так, пулемета наверху нету, да. Так, вот это вот тоже забрать можно. Значит, базука ездит. Еще оставим. Так, что там близко? Ты можешь снайпер снимем их. Вот. Посмотрим, видно, не видно их. Тебя нас прицел это нет. Не сидят. Пускай сидят. Мы ищем звук или что-нибудь крупнокалиберное. Ничего нету здесь. На БТР стоит. Здесь что у нас есть? Ну это запчасти, запчасти, конечно. Это хорошо. То, что нужно. Ящики есть, арбалик есть. Ну это все не так. Откуда? Куда он идет? О! Манжафет наш лежит. Только как мы тебя вытащим, то вот заходит с парочкой. Если мы выйдем на открытую местность, там же БТР стоит. Мы даже вас эвакуировать не можем. Ну-ка, по лестнице с вами подняться можно. Так, здесь уже браться рядышком. Кстати, ракетница, пожалуйста. Казармы. Ништячки забираем все. Вот нам пригодится. Так, ложись. Это на сто. Вот эти ракетницы, блин. Сходи.
бьют. Давай, давай, перезаряжайся. Смотрите, вот что у нас здесь. Не забьют его. О, не забьют, дедушка. Дай. Какой дверь? Фу, у нас патронов мало. Че? Зайдешь? Приглашение же стесняется. Кто здесь? А, еще один. Ты что, блин, без спуска зашел? Ты, блин, ждешь от вас, блин. Отстрелялись они. Лежать. Пройдешь сейчас. Ты что, пауш? Пописто вообще. Нормально. Это чёрт у вас? А, ещё кто-то идёт. Отлично. Тебе тоже. Чёрт у вас? Я убежал. Ах ты, блядь. Хочешь, чтобы я сейчас вам прописал? Так, садим. Слышишь? Так, ну что нам делать-то? Как тут БТР-то? Гранаткой ее не взорвешь. Ну, там стоит, блядь. Откуда, блядь, взялся? Сука, присидел здесь. Машина стоит, ну даже до машины. Блин, херачит, блин. Сука, блин, я вот сейчас смотрю. Это что, катакомба нахуй? Так, для начала нужны нам потрошки. Сбросить, не сбросить они нам сюда. Они сверху упадут. Блять. Делаем так. Ты же нападешь на план? Буря, буря, быстрее. Мы сможем побежать в смысле. Может, залезем с... Ах, ой-ой-ой. Там пехота рядом с ним. Ой-ой-ой. Все, все, понял, понял. Все, быстрее, 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 быстрее. Блин, потушки потеряли. Мужики, дайте патроны забрать, а. Так же нечестно. Я без патронов. Где-то боец. Потрошки. Прыгай вниз, не бойся. Сядь, сядь. Это идет? Больше нет. Кто еще? Грёбаный ты БТР, блядь. Чё с тобой делать-то? Сука, не уезжай, ну. Залезть мы не можем, блядь. Ах. Больно, блядь. Да куда? Нет, вниз.
по одним можно что-нибудь сделать. Из пленника он выдумал, он нас сразу же вынесет. Не крывается. Попози быстрее. Вот там все сбежали. Как нет? Щелочка же есть. Залез, блин. Все решетка. Да. Сны, как крыса, блин, ползает здесь. Еще одна решетка. Как мне тут выбраться? Враг ушел! Начинаю поиск! Прием! Назад, что ли, ползти? СКП, понял. Опустите каждый угол. Они где-то здесь. Конец связи. Штаб, штаб! СКП, понадобился огонь. Открыли огонь в ответ. Но потеряли врага. Враг может все еще прятаться поблизости. Соблюдайте осторожность. Прием! На машине, на таран. Так, а вот здесь-то можно вынести, то если... Да, пойдем посмотрим, есть ли проход. Тут у нас оружие. Ой. О, здесь сколько пленников-то. Ну ладно, тебя там... Пареньку забираем. О, это он? А те, что просто пленники, что ли, были? Так, Бутерки не собьет. Ага. Вот прикол-то. На базе нельзя его вытащить. А что нам делать-то? Опа, связь. Уничтожить. Блин, не с тобой же. Рядом с Бутырой-то не пробежим же. Он сразу с ног сшибает. Почему нельзя тебя? Значит, тут забежит. Да, больно. Вот он, БТР спалил. Да. Что с тобой делать теперь? Ни ракеты, ничего. Попробуем наверх забраться. Тихо, да, у нас нет. Да хорош, трындите. Не знаю, без тебя, о чем живет. Ящики же через меня, видишь, пакет положить. Штаб здесь. Собеседование исправляет. Интересно.
Газетки читаете, значит, все. А выход на улицу где? Так. Добежим, не добежим, стал удариться с Херзой. Даже не вышло. Дробовиком, что ли? БТР меня сбил. На веки вечные. У тебя патрон кончается, нет? Попробуем. Нахуй гранаты будут разрывать, ага. Сказка мне. Блин, он сшибает с ног же, ну как мы не добежим же. Хер упадет и все, и провалена миссия будет. Ты что взорвал? Че это? Тачку взорвал, блин. Да, здесь вообще пушка нет. Ты чего он умеет, что ли? Может, увидишь? Сука, блин. Да, тачки. Может, его... Никак они как-то его вытащить. Забирай БТР, блин. Ну, полетел, сука, поли. Вернулась. Ну что, видишь? Ага. Стреляй. Право, лево, лево. Тут я попробую. С кем объектом того не будем трогать, добежать, если будешь у нас подопытный кролик. Ну давай бегать, как ты бегаешь так привлекли. Далее сейчас старт на моем шоу. Показали вот сюда, сюда, сюда. Наверх быстрее. Блять, хер. Сука. Завалил. Он сшиб, он еще живой. Подобрать-то мы теперь не сможем. Блин, почему ничего нету здесь? У меня ракета, блядь. Зенитка есть там? Пули нет, блядь. Кто еще живет? Подбить колеса. Бронированный.
Ну-ка, так делать. Папа думает. Да беги быстрее. Этого управляем. Сработает. Сработал. Ну, значит, пробуем. Ты не завалил бы наш объект. Сюда. Ты же положись. Он его поднимает. Мы тебя берем. Ходу, блин, быстрее. Набеги. Есть. Ну отсюда тебя можно? Нет. Блять, ты. Где эта лестница? Если мы спрыгнем, ты же не убьешься, не убьешься. Еще нельзя. РКП, понял. Будьте на чеку. Не найдите противника. Конец связи. Ладно, покидаем зону-то. Надеюсь, он БДР не поедет за нами. Тут будет вообще жопа. Базуку нам надо срочно. Я вам хуже БТРы появились. Так, зону-то вообще покинули. Всем боевым группам, РКП, у нас проблема. Тревога по всем постам. Штаб, это КП. По нам велся огонь. Открыли огонь в ответ. Но потеряли врага. Враг будет все еще прячься поблизости. Соблюдайте осторожность. Штаб, это КП. Ответьте. Ну давай, тушка, завозь. Штаб, ответьте. Штаб. Это КП. Штаб, прием. Так, стоп, у меня нет. Делаем проще. Барон. Что-то было. Кто это сделал? Я себе прикол. Вот у меня тут шарахнуло. Где? Сядь. Сидим, ждем. Любуемся пейзажами. Ору летает. Или сокол. Или утки. Дела. Улетай, блин. Все, выполнил. Function added. Extraction arrived at Mother Base.
Сейчас посмотрим, дадут нам базуку, нет. Болезнь, сожгли деревню. Он один выжил. Кто нанял? Странные солдаты. Хера там, прокачанные солдаты. Вот хер это в кепке. Cypher was just using us to cover things up. All that crap about Malik's relative was a front to convince us to retrieve him. But an entire colony just wiped off the map. It sounds a lot like the Hamid during the honeybee incident. Да, помню, прыг черепа там будет. There's no way in hell I'm handing Malik over to Cypher. Робот над здоровый. I decided to bring him back to Mother Base instead. He's one of us now. We told the client through a cutout that the target was killed. For some reason, though, they still paid us everything we were owed. Cypher's obviously up to something, and this is probably just another preemptive cleanup operation to them. But to Malik, he lost his village, his family, everything, and he wants his revenge. Это печально, что он всех потерял. In other words, he's one of us. Boss, we're finally ready to put together a combat unit. Staff assigned to the unit will be dispatched as mercenaries to conflict zones. That should guarantee us a stable source of income. Merc deployment allows you to send combat units to relatively easy missions suited to the unit's level. There's no risk, but the rewards are low too. А как отправлять их? Покажут. However, there are also contracts known as dispatch missions that offer higher risk and reward. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Понятно. Окей. We've established a sick bay on the new medical platform. Staff who come back with wounds, diseases or PTSD can be treated there. Прокачал. If we need any other platforms, feel free to issue the construction order from your iDroid. Да, прокачивали все. Вот они теперь у нас готовы. Элитный солдат. Ой, а солдат это нашел, блин. Отлично. Крепкий парень. Отлично. Ну. Валет банчик нам. Ну, сейчас проверить базуку. Базуку дадут, не дадут. Boss, this is important. We've reports of a crash site in the Afghan wilderness. The Soviets call this sniper. У нас обновление произошло, значит. Проверим. Never any sightings, and only corpses are left behind. The Soviets have already lost a number of officers. You'd best watch your step. Да, будем осторожны. Так, доставка наемников, вот она. Доступна нам функция новая. Будем отправлять наших. Так, где вот эта вот главная база? Награды какие-то там. Боевой отряд разблокирован. Окей. Commencing platform construction. Пускай прокачивается. Так, что же награды? Что с ними делать? Получить? Давайте. Development project has been added.
Минов. Сколько ништяков дали? А есть еще награды? Все что? Все забрали. Clouds approaching. Так, наша. Ага. Здесь больше ничего нету. Легендарные солдаты. Че, америкос что ли? Доброволец. Еще один америкос. На то у нас напарника. Конечно. Че мы дадим ему? Боевую форму такую. Больше здесь ничего нету. Вертушка. Давайте прокачаем. Чтобы было. Пока все. Так, здесь закончили. Ну-ка, здесь будет винтовка с прицелом. А, ну там... Вот эту винтовку. А, нет, это новая. Забираем. Так, значит, доставка. Тогда слазим. Тут прошибет сейчас. Так, вон. Мы решили там базуку же глянуть. Так. Supply drop complete. Please specify a project. Так, 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 это не то, не то. Гранатометы. Вот они, пулеметы. О, пулемет доступен. Отлично. И базука доступна. Ракетница. Так, берем ракетницу и пулемет. Сейчас посмотрим. А что там прилетело вот это? Пролетело. Что же это такая пушка, интересно, снайперка что ли новая? Хотя нет. О, двойной прицел. Ну, станет как-нибудь для меня пушку. Ну, такая же пушка, только с прицелом. Ладно. Берем. Иди сюда. Пулемет и ракетницу. Please specify a project. Так, сначала ракетницу. Неизвестно, хватит, не хватит потом. Но пулемет. На задание без ракетницы мы проходить никто не сможем. Так, прикольно, двойной прицел, увеличитель есть. 21 патрон в обойме всего, что ли? Ну, нафиг. Постоянно перезаряжаться, если там куча их будет. Ну, тут пулемета хоть сотням. Можно устроить мясо там. Прилетела наша ракетница. Ну, вот она. Да, детка. Так. О-хо-хо-хо. Где этот ПТР? Отлично, отлично. И теперь пулемет. Лишь бы хватило.
Этот еще недоступен. 150 патронов. Сотня. 150. Сотня. 150. Какие всякие пулеметы тут есть. С прицелами, без и всяким. Да, ждет нас. Весюха. Скоро. Когда будет все доступно. Там буря поднялась. Да. Сейчас буря закончится, мороз жахнет. Там наш пулемет не сдует. Припасы хорошие. Где? 40 метров, 30. Не вижу. Вот. Отлично. Пулеметик прилетел. Ну вот да. То, что тут надо. Сотня патронов. Прицелом сейф делать. Конечно, разбросами. Нормально, очередями стрелять пойдет. Ждет скоро фото сюрприз. Пулеметик. Сушки ставит. Так, ну, жахнем базукой. А где базук? Это... А что, вместе нельзя, что ли, так? Вот обон. Ну, вот с одной пулей все. Маха. Уже коллекция. Еще пусто все. Не надо. Так, значит, нам базуку придется отдельно брать. Побочное задание. Чертежи там всякие. Ну, где наша ракетница? Please, supplies requested. Зарядка от первого лица, отлично. Нету пулемета. Ну ладно. Пулемет подождет на задание с ракетницей. Живучее дерево, правда. И заряд у него года здоровый, блин.
А, еще же прицел меняется. Какая там махина. Ну, теперь, наверное, страшно не будет и раньше. Да, конечно. Так, ну все, друзья, продолжим следующей серии. Там выполнили 2 задания, и посмотрим, что дальше будет. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, до связи.